Вот река находится там. Час назад река доходила вот до этого уровня, то есть выливалась. Затем вот так вот. Полчаса назад вот этого всего здесь не было. Посмотрите. Я не знаю, насколько потребуется нам эвакуация. Вопросы такие, конечно, непонятные. Возможно, потребуется через час или ночью в 12 часов ночи кому-нибудь зальет вода. Возможно, потребуется. Возможно, в 5 утра, я не знаю. Но этого всего здесь не было. Здесь с утра было сухо. Мы радовались о том, что наша ТСН там сделала канавки и воду с полей смогла отвести, и все было окей.